Сегодня во Владимире выбрали лучшего бухгалтера 2019 года. Организатором 10-го юбилейного конкурса по традиции выступила компания «Синтез» при участии Общественного совета при управлении Федеральной налоговой службы и Владимирского территориального института профессиональных бухгалтеров. Конкурс проходил в два этапа. В первом туре конкурсанты отвечали на непростые вопросы профессиональной тематики и вопросы о системе «Консультант Плюс». В финале решали ситуационную задачу и задания по бухгалтерскому учету налоговому законодательству. В этом году участвовало более 200 участников. Это максимальное количество участников за все 10 лет проведения конкурса. Мы все приветствуем идеи, приветствуем людей, которые готовы развиваться, обучаться, участвовать в нашем конкурсе. По итогам конкурса члены жюри определили двух победителей. Звание лучшего бухгалтера коммерческой организации получила Ирина Ерофеева. Свою профессиональную деятельность специалист начала еще в 1989 году. И вот уже более 10 лет работает главным бухгалтером на Вязниковской швейной фабрике. Победа являлась полной неожиданностью. В этом конкурсе я участвовала первый раз. Конечно, к этому я шла очень долго. То есть всю свою, весь жизненный путь я посвятила именно изучению бухгалтерского учета. Конкурс – это проверка мастерства, проверка знаний, проверка профессионализма. Все участники финального тура получили дипломы и памятные подарки от учредителей конкурса. А в честь юбилея компания «Синтез» порадовала финалистов 10 дополнительными призами.